Всем привет! И сегодня очередная посылка из Китая, с сайта AliExpress. И это мышка. Сейчас я ее распакую, посмотрим, что там внутри. Что нам за мышь прислали. Аккуратненько открываем. И вот такая упаковка. Больше ничего нет. От предыдущих, конечно же, эта мышка отличается даже упаковкой. Там было, в тех мышках было гораздо попроще. Мышка называется, была просто картонная коробка, обмотанная скотчем. Мышка называется T90 Gaming Mouse. Компания Zealots. Zealots. И сейчас ее аккуратненько откроем. Вот такая упаковочка, шнур Zealots, в принципе они похожи, здесь уже конечно посерьезнее, никаких скрепок гнущихся, а уже такой фиксатор на липучке. И достаем саму мышку и руководство на английском уже хорошо, пока не нужно, попробуем разобраться без него. Вот она, эта мышь. Сейчас посмотрим на коробке, что они пишут. Итак, шнур 1,8 метра длиной, это размеры DPI от 1000 до 9200, как и было заявлено. И грузики на 23 грамма. Вот так выглядит эта мышка. Сейчас покажу ее поближе. Да, эта мышка уже гораздо серьезнее. Я ее еще вот опробовал, и она мне уже нравится. Как-то она качественнее сделана. Здесь уже не такие большие зазоры вот между этими кнопками, как в предыдущих мышках. И вот ее обратная сторона. И здесь, я так понимаю, сами грузики находятся. Обойма, вот она, обойма из грузиков. Мышка, конечно же, без груза. Мышка легкая, примерно так же, как самая первая мышка в моем обзоре, 5500 DPI было. Кстати, у этой Zealots очень схожая эргономика с первой мышью, но отличие ее большой плюс, то что здесь мышка не такая широкая, особенно вот, кстати, с правой стороны. Казалось бы, пластик вот этот глянцевый, он будет скользящим, но нет, здесь очень приятное покрытие, но тоже не скользит. Пластик здесь дороже. Здесь soft touch у нас. Отдираем эту этикетку. Здесь также идет soft touch. Вот эта не скользящая часть тоже. Это DPI, кнопка DPI. Колесико все так же, и избирательности не хватает, конечно, EDX7 далековато, но нажимается она хорошо, кнопки также, в руке легла просто идеально, я действительно в шоке, мышь идеальная лежит в руке. Вот это очень удобная штука под палец, такая платформочка. Кнопка. Вот эта кнопка, он дабл-клик, отлично расположена, все удобно и все под пальцем. Расположение кнопок отличное, очень удобно. И сейчас я попробую все их сюда установить. Попробую их пока все сюда установить, но
для всех, да. Даже мне она со всеми грузиками тяжеловато, чуть-чуть поменьше поставить. 4 штучки я пока оставлю. И попробуем сейчас. Ну, вот этот вес уже гораздо лучше. Что ж, осталось ее подключить к компьютеру и потестировать. Ну что ж, вот я возле компьютера, и сейчас мы ее подключим. Для начала посмотрим, как же она светится. Ух ты! Мышка вот так мигает, интересно. Что ж, попробуем. Сам сенсор не очень чувствительный. И даже вот на таком расстоянии от стола он реагирует сильно. Вот этой кнопкой меняется подсветка, я так понимаю, ее режимы. И сейчас попробуем поменять DPI. Так, это первый режим. Второй режим. Третий. Четвертый. Пятый. Пятый режим уже просто мышь сходит с ума. Реально. Очень сильно с непривычки. Будет непросто управлять мышью, следить за курсором. Шестой, просто сумасшедший уже, седьмой. Все, 6 режимов. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Шестой просто сумасшедший. Курсор, он бегает по экрану. Я даже не представляю, даже для меня это чересчур. К нему надо привыкать. Я доволен, здесь действительно чувствуется вот эта скорость. В отличие от предыдущих, которые были заявлены 5-5,5 тысяч в одной 5, в другой 5,5 тысяч. По факту там было что-то около 3,5, как в X7 3200. А здесь действительно чувствуется скорость. Ну вот здесь четвертый режим, это как раз таки примерно то же самое, что и у них было. Был максимум. Здесь еще есть пятый и шестой. Шестой просто сумасшедший. Ему надо привыкать. Мне вот достаточно пятого. Потестирую я ее в доте, естественно. И потом уже расскажу, покажу свои, расскажу о своих ощущениях. Ну и осталось подвести итоги по этой мышке. Что хочется сказать, поработал ей 2 дня. И скажу, что она мне действительно понравилась. Понравилась она, во-первых, своим качеством. Она гораздо сделана качественнее, чем предыдущие мышки, на которой тоже был обзор. Плюс у нее... Она не скользящая, хороший пластик, уже гораздо лучше и качественнее, чем на предыдущих мышках. Опять же, плюс эти кнопки, плюс кнопки у нее уже не люфтят так сильно, как это было заметно на первой и второй нашей мышке. Боковые, также все с ними в порядке. Подсветка здесь уже регулируется на этой мышке, колесико более информативное, хотя... До идеала, конечно же, до той же X7 ей и не хватает еще. Ей еще далековато. Но при этом сама мышка очень эргономична. Достаточно быстро я к ней привык. Плюс даже у X7 это нет. У нее можно подбирать индивидуальную развесовку при помощи вот этой обоймы с грузиками.
На моей X7 такого нет. Были эти грузики на прошлой мышке. И, в принципе, и они, кстати, пригодились бы. Пригодились бы мне и в нынешней. Чуть-чуть бы я добавил сюда веса. К X7 она немножко пустовата, легковата для меня. Здесь же с этим проблем нет. Мышка нормальная. Хорошо. Все с ней в порядке. Скорость 9200 DPI. Я не знаю, действительно ли это 9200, но скорость действительно очень большая у нее. У предыдущих мышек было заявлено 5 и 5,5, соответственно, 1000, но по факту там было что-то около 3200 где-то. Потому что они точно-точно как X7 моя работают, на которой также 3200 DPI. Здесь же 9200, и она действительно очень быстрая. На последнем режиме я даже не стал ей пользоваться. Естественно, можно, конечно, привыкнуть к этой скорости, но она мне не нужна, я пользовался на предпоследней. Предпоследняя тоже, кстати, быстрее, чем X7. И она мне показалась действительно комфортной скоростью. Там, наверное, что-то около, если там 9200, а вот предпоследняя что-то около 5, я думаю, тысяч. Что ж, мышка действительно хорошая, качественная. Ничего у нее не люфтит, никакие кнопки не ходят. Ни кнопки, ни большие две главные кнопки, ни боковые. Плюсики. Плюсы у нее грузик. И я, в принципе, эту мышку советую. Покупали мы эту мышку за 780 рублей. 785, по-моему, рублей. Сейчас она даже стоит чуть подешевле. В районе 700 рублей. Хорошая мышка. Ненавязчивая подсветка, которая, кстати, можно вообще выключить кнопкой. Высокий DPI. Отличный пластик. Не скользящий soft touch на двух главных кнопках. Придраться практически не к чему. Ладно, на этом будем заканчивать. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, смотрите также видео про наших змеек, про двух императорских удавов и делитесь видео с друзьями. До новых встреч, всем пока!